Здравствуйте, я Наташа, и сегодня я хочу вас познакомить с развивающей подвесной игрушкой Лили от компании TinyLove. Купиребенку.ру. Эта маленькая чудесная овечка может стать одной из первых игрушек вашего ребенка. Ее можно подвесить за клипсу, на кроватку, на коляску или на автокресло. Эта овечка выполнена из безопасных гипоаллергенных материалов. Можно не бояться, что малыш попробует ее на вкус. Здесь текстиль, искусственный мех и небольшие элементы пластика. Это сама клипса. Игрушка мягкая. У нее шуршат ножки, шуршат ручки. Здесь она такая гладкая, у нее есть глазки. Если малыш схватил и потянул, и отпустил ее, она будет вибрировать и возвращаться на свое место. Овечку можно повесить на кроватку. Глядя на нее, малыш будет учиться концентрировать внимание, будет изучать цвета, формы и звуки. Такая нежная, мягкая, красивая овечка Лили послужит радостью для любого ребенка. Купить развивающую игрушку «Овечка» от компании TinyLove можно в нашем магазине на улице Павловская, дом 27, или заказать на сайте купиребенку.ру. Детские товары на купиребенку.ру.